Заслуженный художник России, член-корреспондент Академии художеств Виктор Демьянчук сам не верит в то, что недавно отметил 70-летие. Про таких говорят: молод и телом, и душой. Виктору Борисовичу некогда скучать. Все свободное время он посвящает любимому делу – живописи. Утром я просыпаюсь, с какой пятки встал. И мне тут же захотелось не есть, не пить, а взять кисть, взять холст и выразить нечто, то, что хотелось сказать вчера. А вчера прошло, а завтра не настало. Летом мастерская художника – пленэр на живописной поляне возле дома. Мольберт, краски и зонт от солнца стоят у главной площади часами, даже в отсутствии хозяина. Более 35 лет назад молодой выпускник Суриковского института попал в Одинцовский округ по распределению и остался на всю жизнь. И сразу нашел еще одно свое призвание – учить детей изобразительному искусству. Когда принимал директор Сергей Алексеевич Кушнарев, он спросил: «А детей будешь учить?» Я говорю: «Буду. Вот тебе мастерская, вот тебе квартира, вот тебе деньги». А в то время 160 рублей – это было очень довольно для выпускника, для студента. Это большие деньги. И таким образом я оказался в этой красоте, в этом чудесном совхозе. За эти годы Виктор Борисович обучил сотни талантливых ребят. Вместе с педагогом-художником они овладевали навыками рисунка, учились фантазировать и размышлять. Многие ученики давно выросли, но своего мастера помнят до сих пор. Он очень дружелюбный, доброжелательный учитель, очень креативный, учил нас правильно видеть вещи. Правильно смотреть и во всем находил прекрасное. Он как бы учил нас именно основным вещам, чтобы мы могли увидеть в самых незаметных вещах самые красивые вещи. Произведения Виктора Демьянчука находятся в музеях и частных коллекциях России и зарубежных стран. Но ограничиваться только полотнами живописец не собирался. Хотел что-то сделать для жителей родного Заречья. Когда в Заречье я поселился, много было ветеранов. В окружении ветеранов я почувствовал, что они, сохранив тот дух преданности родине, и выразить нужно было в камне, в бронзе. И я нашел скульптора своего друга Михаила Шиповского. Я говорю: «Миша, вот в Заречье нет памятника, нужно как-то сделать». Он говорит: «Делай проект, я тебе помогу». Так в 1996 году в уютном сквере на Заречной улице появился памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. А несколькими годами позднее на землях бывших правительственных дач возник храм новомучеников и исповедников российских, созданный по проекту Виктора Демьянчука. А началось все с набросков учеников художника. Принесли рисуночки, показали отцу Николаю, благочинному Одинцовских церквей. Он возрадовался, что дети нарисовали, но он говорит: «Виктор Борисович, надо их усовершенствовать, эти рисунки, потому что владыке надо показать проект более совершенным». И таким образом я сделал проектик и отправили владыке Ювеналию. Владыка Ювеналий дал благословение. Когда благословение было получено, Виктор Борисович показал его жителям Заречья, которые с большой радостью восприняли такую инициативу. Было собрано более 1000 подписей, и в 1998 году возведен храм. А передний план, он более насыщенный, еще более цветно надо брать. Останавливаться на достигнутом Виктор Демьянчук не собирается. В планах живописца вернуть фонтан на главную площадь родного Заречья, который был там во времена Советского Союза. А пока фонтан с играющими вокруг ребятишками и прогуливающимися парами Виктор Демьянчук создает на своих полотнах. Полина Толмачева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».